Андрей мне говорит, ну объяви уже, объяви. Я действительно объявлю при всех ребятах, которые, как и вы, ждут эту певицу, которая тоже, наверное, скоро станет нашей землячкой, которая редко когда уезжает из своего родного, назову Ленинградом, потому что она именно так его называет. Дед у нее был зенитчик, бабушка – медсестра. Прошли блокаду и не понаслышке знает, что такое война. Ее песни, которые она исполнит сегодня, конечно же, останутся в нашей душе. Я под ваши аплодисменты приглашаю эту замечательную певицу, замечательную женщину, нашего друга, друга нашего города, друга фонда Святой Екатерины. Встречайте на сцене Елена Ваенга! Я власть благородная,
герой фашистской нечисти. Загоним пулю в лоб, отребью человечество, сколотим крепкий гроб. Пусть ярость благородная вскипает, как волна, идет война народная, священная война. Пусть ярость благородная вскипает, как волна, идет война народная, священная война. Только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Но темная ночь разделяет, любимая, нас, и холодная темная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Как радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не страшна, с ней не раз мы встречались в войну, и вот и сейчас надо мною она кружится, но ты меня ждешь. И у детской кроватки не спишь, и поэтому я знаю, со мной ничего не случится, ничего не случится, ничего не случится. Thank you.
с опущенных плеч. Ты провожала и обещала синий платочек сберечь. И пусть со мной нет сегодня любимой родной. Знаю, с любовью ты к изголовью прячешь платок дорогой. Письма твои получая, слышу я голос родной. И между строчек синий платочек снова встает предо мной. И мне не раз снились предутренний час, кудри в платочке, синие ночки, искорки девичьих глаз. Заветных платочков носим мы сердце с собой. Радости встречи, девичьи плечи мы помним в страде боевой. Вот за них, родных, любимых, желанных. Родных. Строчи. Когда-то все лагало, как ты когда-то все лагала, и сердце девичье свое давно другому отдала, и сердце девичье свое давно другому отдала. И он сказал, я буду жду. Я только верной пули жду, чтоб ударить печаль свою, и чтоб пресечь нашу вражду, чтоб ударить печаль свою, и чтоб пресечь нашу вражду. Когда мы будем на войне, когда мы будем на войне, навстречу пулям полетим на вороном своем коне, навстречу пулям полетим на вороном своем коне. Но видно, смерть не для меня, и снова огонь мой вороной меня выносит из огня, и снова огонь мой вороной меня выносит из огня. Когда мы были на войне,
когда мы были на войне. Там окажи ты думал о своей любимой, а не даже не. Там окажи ты думал о своей любимой, а не даже не. В Санкт-Петербург, как Родион. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег над грунтой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег над грунтой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Вот песенка девичья, ты же лети за ясным солнцем свет, и бойцу на дальней пограничье от Катюши передать привет, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передать привет. Пусть он вспомнит девушку простую, и пусть услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша забережет. Пусть он землю сбережет родную, а любовь Катюша забережет. Поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег над грунтой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег над грунтой. Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в землю тут. Нашей родиною дым, и значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим, одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет
лишь только бой. Указ звучит трубой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и значит нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнение прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. От Курска и Орла война нас давила, до самых вражеских ворот такие, брат, дела. Вам сейчас спасибо. Вы знаете, наверное, ну вот сейчас это накатило, конечно, песня, конечно, да, и даже слово-то к ним не подберешь. Как-то слово «крутые»-то как-то не в тему. Вот, но тем не менее, вы знаете, я вот что хочу сказать. Хотя все то, что я сейчас скажу, вы сами все это прекрасно знаете. Хотя порой хорошие слова надо говорить, и какие-то, может, даже пафосные слова надо говорить. Я второй год приезжаю в Екатеринбург. Я очень рада, что все так сходится. Я всегда говорю, у меня осталось две мечты. Батюшка, я все говорю. Да, правильно, батюшка, это я. И вот. Отец Геморген, я все сейчас буду... А знаете, как я вас? Правда, боженьку больше. Ну ладно. Ну вот я увидела Геморгена, вообще все забыла. Ну что за человек, ну... Две мечты. Я хочу спеть очень в Бресте и очень хочу в Волгограде. Это не значит, что я потом на покой пойду. Спаси Господь, да. Но в том смысле, что очень хорошо складывается. Я хотела... У меня какая-то отдельная история с Екатеринбургом. Вы, конечно, на Урале люди... Ну, вы же знаете, что вы... Все мы особенные, но на Урале они особенные. Конечно. Сибиряков тоже, что тут не сказать. Такой народ специфический. Вот. Поэтому большое спасибо за пение. И я рада, люди, что благодаря и вам, и вашим просьбам, моя скромная персона, я Шульженко и Бернеса не перебою. Вот чем могу, тем пою. Вот, стараюсь, не то, что стараюсь, ну, конечно, для меня это очень тоже важные вещи, ибо мои бабушки и дедушки, естественно, воевали. Я благодарю вас за то, что у меня есть возможность. Моя мама сидит на трибуне с моим сыном, и мой сын первый раз видит, как мама поет. И я очень испытываю, конечно, чувство благодарности. А ты, сынок, должен испытывать чувство гордости. Ну, ты еще маленький. Потом поговорим. Ну, мы продолжаем. Знаете что, я сейчас попрошу Сашу, я надеюсь, у него, я там, ему там обогреваются всех сторон, как только могут. Газом, нефтью. Ну вот, я сейчас вам спою песню вне программы. О, хорошо, что дождя нет.
Ну да, ну я знаю, все равно бы стояли. Сегодня уже мы стояли, и как по бессмертный пошел, еще больше ливануло. А натура-то какая это, российского это человека? Чем хуже, тем лучше. Сейчас мы уйдем. Ага, с разбега. Мотоцикл, вы знаете, вот я могу все, но двинуть мотоцикл я не могу. Не, если бы от этого зависела жизнь чья-то, наверное, я бы вырос. Сейчас придут, уберут. Хорошо. Ребята, Андрюха, ты так смотришь, ты один этого не уберешь. Спроси, просто чуть-чуть хотя бы пододвинуть. Потому что, или я, вы знаете, если они пока не пододвинут, я буду петь. Я буду обходить на вас смотреть. Конечно. Хотите, я сяду на него? Ой. Чуть-чуть подвинуть, чуть-чуть, только не убирать до конца. Вот туда. Это красиво. Ну, во-первых, я исполню вам песню. Я вам скажу, где-то, наверное, года два или три года я пою эту песню. Вы ничего не поймете, если только с нами нету здесь на площади сербов. Я понимаю, что эти аплодисменты, естественно, парням красивые. А, вот, естественно, я же не вижу. Вот. А где женский крик вообще такой? Все, спасибо огромное. Аккуратно, все, остановите, остановите. Вите, надо выйти, не трогать. Я спою вам сербскую народную песню, где, если честно, слов непонятно, но она очень красивая, и мы сможем понять. Я попробую передать. Мать, жена, сестра и дочь провожают отца, сына, брата и мужа на войну. Сербская... Я даю, я вот как... Я, если бы я летать могла, я бы летала туда к вам. Честное слово. С удовольствием. Но это мы как-нибудь в следующие года организуем. Я дядю Сережу Исаеву попрошу сделать что-нибудь такое, чтобы я туда летела. Мотоциклы здесь будут стоять, а я на самолете буду. А лучше всего ездить на этих машинах, с которых, как мне сегодня сказал, подошел ваш начальник уголовного розыска, какой у вас красавец. Мужчина, не то слово, говорит, здравствуйте, Елена Владимировна, разрешите представиться начальнику уголовного розыска. Я сразу вытянулся, потому что у меня было ощущение, что я что-то натворила, естественно. Естественно. Вот. Ну ладно. Итак, сербская народная песня, а дальше военные песни. Спасибо вам за внимание. Александр Арсеньев. Христе, сербская земля крузу благолепи, или ты переконешь небескина, крыла сую и мурава ядрина. Кросу влагуни, але ти перего небески висина, крила сую и мурава ядрина, с Богом первый нерушенный сину, с Богом руже, с Богом розмарина, с Богом лети сини зиму, от лази мам, да сини вратим, ой я баба, я баба, я баба, ой я баба, баба. Odlazimo na Kosovu rano, odlazimo na cudzinu mjestu, s Bogom majka, sestra i nevesta, s Bogom prvi nerošeni sin, s Bogom ruže, s Bogom rozmarina, s Bogom lete jesen i zimu, odlazimo da se ne vratimo. Thank you.
молитва. С Богом первый нерожденный сын, с Богом ружа, с Богом розмарина, с Богом лето, осень и зима. Одна зима до сини вродима. Секунду, мне можно поставить инструменты на 5 секунд и выйти со мной? Чтобы это не было музыкально, пожалуйста. Ты почему голый опять? Весна у тебя? А, ну в Хабаровске-то, конечно. Человек из Хабаровска, ему тепло. Чего ж ты не купаешься, вон вода. Ни в коем случае ничего не закончено, сейчас будет только все продолжаться. Чтобы не было музыкальной вещи, мы артисты, мы музыканты. Девочки, мои дорогие, сюда. Каблуки швыряйте, идите. Я к чему? К тому, что ни в коем случае я не хочу не проводить никакую параллель, но, к сожалению, чаще всего только плохие события объединяют людей. Чаще всего и к сожалению, но не всегда. Человечность и заключается в том, чтобы помнить страшные вещи, делать выводы и никогда в жизни хотя бы стараться в своей микросемье и в своем городе. Я не знаю, как это сейчас, дебильные тексты, я не по бумажке, естественно, я плохо читаю и плохо пишу, кстати. Вот, так вот, я к тому, что разнонациональность, вот война соединила людей разной национальности. Мы об этом вспоминаем чаще всего, ничего страшного, не нужно все 365 в году об этом помнить. Но мы понимаем, что последний солдат в Брестской крепости был ингуш, который кричал: «Я русский!» Потому что тогда все общее горе было. Когда горе, тогда люди объединяются, несмотря ни на свой возраст, пол, национальность, вероисповедание. Неважно. Поэтому все важно. Все важны. Я хочу просто, простите, я знаю, что сегодня великий праздник, и можно молча было отработать программу, но я очень хочу. Почему ты первый? Это мой муж, я с той стороны начну. Сынок, не бойся, папу я объявлю. Поэтому мы музыканты, мы из всех разных городов, собраны в одном городе Санкт-Петербург, в Ленинграде. И мы работаем вместе. Михаил Алексеенко, Ставрополь. Александр Плюстин, Вятка. Константин Семен, Алтайский край, село Лосиха. Михаил Альбертович Ицевич, Санкт-Петербург. У меня просто три Вани. Один мой, другой мой. И третий тоже мой. Три, Вань. Иван Неклюдов, Санкт-Петербург. Константин Данилов, Хабаровск. Негодяй. Александр Арсеньев, Санкт-Петербург. Столица Чувашии, город Чебоксары, Иван Любимов. Валерий Герасимов, Санкт-Петербург. Сейчас все объясню потом. Все объясню. Екатерина Сергеевна Баранова, Восточная Сибирь, Иркутская область, станция «Зима». 34 тысячи народу населения. Отойди. Белоруссия, город Могилев, Анна Александровна Мушак. Восточная Сибирь, Иркутская область, город Усть-Илимск, Ксения Александровна Антипова. Здравствуй. Роман Садырбаев, город Краснодар, столица мира. Ну и, конечно, огонь.
10 лет я с ним вместе, как с барабанщиком, естественно. Петр Захаров, город Екатеринбург. А теперь, поскольку мы все закончили балетные курсы, быстро по местам. Спасибо вам большое. Вы знаете, наверное, сейчас я исполню песню, которая самая, ну, не то чтобы уместная, я должна была обязательно ее спеть. Я спою песню «Ленинградки» после представления всех своих музыкантов. Спасибо вам за внимание и терпение. Ты знаешь, ты помнишь, подруга, хоть память о том тяжела. Жестоко военная вьюга по улицам мертвым мила. Мы горечь потерь без остатка испили до самого дна. Мы ленинградки, мы помним, что значит война. Ведь мы же с тобой ленинградки, мы помним, что значит война. Развалины милого дома, где мы тебя ждали всегда, и яростный пульс метронома средь крови, железа и льда. Листочки из старой тетрадки все умерли, Таня одна. А мы ленинградки, мы все помним, что значит война. А мы ленинградки, мы помним, что значит война. Мы знали отчаяние, смелость блокадных ночей без огня. А главное, нам страшно хотелось дожить до победного дня. И ради него без остатка мы отдали юность сполна. А мы ленинградки, мы все помним, что значит война. А мы ленинградки, мы помним, что значит война. Салютов рассыпятся искры, свой шаг ускоряют года. Под небом просторным и чистым все краше встают города. Пусть дети уснули в кроватках, детям нужна тишина. Мы ленинградки, мы помним. А мы с тобой ленинградки, мы помним, что значит война. Скалистые губы. Спасибо большое, люди. Скалистые горы на подвиг отчизна зовет. Мы вышли в открытое море, суровые дальний поход. А волны стонут и плачут, и бьются о борт корабля. Растаял в далеком тумане рыбачий, родимая наша земля. Растаял в далеком тумане рыбачий, родимая наша земля. Корабль наш упрямо качает крутая морская волна. Подымет и снова бросает в кипящую бездну она. Обратно вернусь я не скоро, но хватит для битвы огня.
Я знаю, друзья, что не жить мне без моря, как море мертво без меня. Я знаю, друзья, что не жить мне без моря, как море мертво без меня. Парни! Матросской идем мы навстречу врагам, а после с победой геройской скалистым вернусь с берега. Пусть волны стонут и плачут и бьются о борт корабля, но радостно встретит героев рыбачий родимая наша земля. Но радостно встретит героев рыбачий родимая наша земля. Все, это тебе не курю петь. Он и в странстве дальний символом верной любви. Людей прошу, не спугните случайно из совы. Люди, прошу я, потише, потише. Войны пусть гинут во мгле. Девчонка счастье так ждет. Люди в Нью-Йорке, в Берлине, в Париже, верьте друг другу и мне. Аист на крыше, счастье под крышей и мир на земле. Люди, прошу вас, потише, потише. Войны пусть гинут во мгле.
трудно всем помогаться, не держись. Желаю, чтоб вы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем на Мадагаскаре, чтобы до Сталина жили, чтобы горя не знали, и чтобы ваши дети вас всех радовали. Александр Дробыш, наш звукорежиссер. Саша, молодец. Всем желаю мира, добра желаю, и каждому здоровья от всей души желаю. И мне немного надо, хочу, чтобы были рядом любимые и вся моя родня. Желаю, чтобы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем Мадагаскаре, чтобы до Сталина жили, чтобы горя не знали, и чтобы наши детки нас всех радовали. Солнце ярко светит, и смеются дети, а мы рука в руку идем с тобою рядом. Мне говорить не надо, мне все и так понятно, и мне приятно всем вам говорить. Желаю, чтоб мы все были здоровы, и чтобы над нами сияло солнце. Детки нас всех радовали, чтобы до Сталина жили, чтобы горя не знали, и чтобы наши дети нас радовали. Все, спасибо вам большое, с праздником победы вас, нас, нас всех. Спасибо еще раз. Всего самого доброго. С низким поклоном от всех музыкантов, от меня лично. Все-таки последнее еще скажу. Имею право, потому что, конечно, от Руси от татар досталось. Вот, но им принадлежит, великому хаму принадлежит одну фразу, которую он в свое время сказал по поводу нашего Киевской Руси. Ну, нашей Киевской Руси. В то время нашей. Вот. Не, я имею право, он... Отец моей матери из Западной Украины. А я русская. Вот. Так вот, я к чему? К тому, что великий татарин в свое время сказал: разделяй и властвуй. Если бы у меня была чарочка, я бы сказала, тогда выпьем же за то, чтобы нас никто не, чтобы мы сами себя никогда не разделили, несмотря ни на что. И татарам здоровья, ибо мой муж тоже татарин. Спасибо. С победой! Елена Ваенга, ваши аплодисменты! Ну, постой еще 2 секунды. Ну, поставь. Пожалуйста, в следующий раз маленький самолетик в ту часть. Да, будет маленький самолетик и большой подиум, чтобы добежать как минимум до площади 1905 года. Друзья, давайте все вместе попросим Елену Ваенгу, чтобы в следующем году у ней был юбилейный 3-й раз приезд в город Екатеринбург 9 мая. Давайте попросим. Спасибо большое. В каком смысле? Жива-здорова буду, меня и просить не надо, я сама припруся. Есть! Елена Ваенга, да, сегодня праздничный день.